Всем доброе утро, дорогие друзья, с вами Роуз, вы на канале Варихард Гейммод. Напоминаю, фишка этого канала в том, что здесь мы проходим все игры на самом высоком уровне сложности. И у нас прохождение Baldur's Gate. Какой Baldur's Gate? Прохождение проотца Baldur's Gate третьего. Это Original Divinity, Original Sin Enchanted Edition. Прошу прощения, бля, не проснулся просто еще. Прохождение, конечно же, на хардкоре. Че, погнали, загрузим наш сейв. Секунду прям. Так. Это где это мы? А, все, понял. Сгоняем в Иберхайм. Пещера, по-моему. Киберхайм я весь прошел. Блять, как? I assume you address me for a more pray. Как туда пройти-то? Где-то пещера с порталами была. Где-то вот здесь. Thank you.
Блять, в лес Лукула. Где там портал-то? Где пещера с порталом, я уж не помню. Где-то там, по-моему. Блять, уебаны не могут в туториале написать, блять. Что это такое? Ули. А, блядь, тут же координаты даны. Блядь.
Блять, это вообще в другой локации. Что ли? Ну, видимо, да. Ладно, так, короче, хуй с ним, продолжаем. Перестаем хуйней заниматься, у нас квест. Нам надо вот сюда, алтарь, священный камень, лес Лукулы. Так, сначала сгоняем, разведуем местность. Что тут вообще? Есть такого. Я что-то чувствую, великую тьму и великую силу. Yes, but more than that, a great power. Into the pregnant wilds they went. В рощу густую они зашли, пробрались в логово темных тварей. Не, это не сюда, пока рано. Так, непорочным сгоняем. Не, вообще тут порыщем, что тут еще. Тут вообще нихуя нету. Может, квест какой, че? Почка, блядь. Топ пустая. А, я здесь был уже, обыщенная, обысканная. I can only hope this might be a magpie's nest. What have you got stashed in here, Mrs. Cottontail? День 654. Все источники указывают, что легендарный лук Искатель Сердца хранится в маленьком поселке к северу от лесов Лукулы. Уже много месяцев я иду туда. На закате я войду в ворота Сильверглена. Что за лук? На севере. Кроме животных никого нету. Тут что-то, что-то не очень дружественное, судя по виду. А это что такое? Павильон жизни. Туда, где слабость, приходит пустота. Там, где сила, расцветает жизнь. Скажи мне, ты хочешь жить? Да, я хочу жить. И как ты хочешь жить, неторопливо смолковать долгие часы или вести стремительную жизнь, полную страсти и хаоса? Я хочу жить медленно. Так и случится. Более того, твое усердие будет вознаграждено. Что случилось?
Не дали что-то или что? Так, ладно, я что-то хотел сделать. А, точно, починить всю снарягу. Всех. Так, у этого распиздяя. О, кстати, вот этот жезл. Почему его нельзя опознать? Не Джану, точнее, а... Хуэрни. И тоже все починим. Я помню, что там на знании легенд было. Блядь. Че, серьезно, ничего на знании легенд нету. Так, ладно. Здесь и вкачиваем. Ну, пожалуй, я вкачаю ей силу. Зачем, спросите вы? Отвечу попозже. Вопрос. Ну, а здесь 3 очка можно добавить. Знание нельзя добавить. Это попизже будет. Ну-ка, у Джана там есть эти вас с собой. Я же вроде оставлял ее. Ладно, силу я вкачал вот ради этой хуйни. Как у меня нет вещей на знание легенд, мать твою? Ну, кольца не ремонтируют, пояса, по-моему, тоже. Так, у тебя тут что? Видите, вкачал в силу, плюс 1 очко ловкости получил. Нет ничего. Я обычно все продаю на знание легенд. Лук плюс дает, но...
Лук 5, но повышает урон на 50. Блять, да какого хуя, когда что-то нужно, хер найдет. Ну ладно. Кстати. Божественная, но арбалет, блять, почему арбалет мне выпал? Божественный, сука. Пестол. Тут полази. Что-то тут какая-то движуха сомнительная. Бля, что-то я I'm dying. Сука. А где сейв последний? Придется воскрешать, блядь. Кого там свитки-то? Блять, ну почему так далеко?
Ой, такой маленький радиус. Жан, ты хиль. Ее тоже. Это за счет всякой хуйни отхилится. Это в бою лучше не юзать, что силу уменьшает. Да, жан. Вот эту хилю. А ты иди вот такой поступку. Делить ее надо. Ладно, проще сделать вот так. Бля, мне туман только вот этот разогнать. Как? Я ведь засейвился, да? Да. Сейчас не... А, надо же достал. А теперь надевай броню. И... Детку. Так, а что если... Так, ну... Надо дать челу. Ой. Да куда она, ебать, ее колотить нахуй?
просто. Чё-то, блядь. Ой. Надо засыться на этом моменте. Я считаю. А то опасно. Как там? Ладно, хуй с ним, пойдем по квесту. Ну уж заебся лазить просто так. Что же тут? А тут нихуя нету, бля. Ладно, тут лагерь не порочный, на самом деле. Я тут свой. Экспы дали. Блять, я вот вчера 10 тысяч экспы проебал. Из-за... Из-за того, что ее ёбнули, а я ее не воскресил вовремя и убил там мужика, типа мини-босса. Вот они, священный камень, где правит Аттенбера. Вот он, священный камень. Так вот, куда его забрали. Надо затаиться и быть начеку. Если уж местные злодеи смогли застать врасплох самого Джара, то кто знает, что ожидает нас. Тут хлам один, блядь. Наведем общуху с представителями местной фауны. Бери импа, хватай импа, души импа, круши импа, зарежь импа, проткни импа, прибей импа, порви импа. Эй, здорово, не стесняйся, подпевай, эх. Бери им, похватай им, по души им, покруши им. Забавная песня, откуда? Artisanal hand soaps. You haven't lived until you've tried my windswept hyacinth. Wish you'd get another apprentice. Painted a rosy enough picture for you, have I? Dying to pull up your ski socks and dive right in. Well, I can tell you this much. Our... So, how's it going over there? What do you mean, how's it going? Well, you know, help me. How's it going on your side? Maniac is after me. She's going to be serious. I'm just making a bit of pleasure. She killed that man without so much as blinking. And she'd probably do worse to us if we crossed her. Oh, I don't know. I suppose 12 M should get a few blows in. So, how's it going over there? What do you mean? A few blows? How's it going? They get those scrappy bits well, you know, how's it going on your side of the
You can't be serious. Ну, с этим я пиздел уже. Pleasant for who? Say, you ever made it down to Sizeel? Not in my day. Heard there's a talking wish. О, торопыга, ты же не собираешься вломиться в мастерскую госпожа Тенгер? Она женщина строгих правил и небольшого терпения. Кто ты? Разве это не очевидно? Вечный и несокрушимый ледник вроде меня. Это же идеальная защита. Меня и вон того углемордого вызвала госпожа Атенбера, чтобы мы ее охраняли, однако она сама, похоже, в состоянии за себя постоять. Расскажи мне об Атенбере. Она сильна, как бык, и безумна, словно белка, и к тому же держит всю эту деревню в кулаке. Нас наняли сражаться за нее и драться. Мы будем, но охраняем... Но охранять эту дверь — это все равно, что сидеть в первом ряду на спектакле «Ночь с бедлами». Расскажи мне о непорочных. Ну, я тебе так скажу, если бы я нашел пульт, который с такой охотой приносит жертву элементалей, как эти ребята, людей, то не стал бы совать свой нос в кабинет главного босса. Что тебе известно о Тенебре? Для твоих родичей Тенебре опасен, это точно. Если их не обучить, как с ним обращаться, люди гибнут вскоре после первого же контакта с ним. Атенбера говорила, что сервисленье есть один парень, Брэндон, кажется. В общем, кажется, он учит людей обращаться с этой штукой так, чтобы не заболеть. Она говорит, что это святотатство, так обходиться сроком богини. Насколько я ее знаю, она готова насадить голову Брэндона на пику за то, что он покусился на ее любимые ядовитые камешки. Осторожно. И не отрывай госпожу Тенберу от дела, ясно, не стоит злить барсука в его логове, ты так весь город настроишь против себя. Интересно, у нее есть еще один ученик? Хочу посмотреть, как она порвет его на кусок. Осторожней, вряд ли госпожа Тенбера будет рада встрече с чужаками, особенно сейчас, когда она потеряла ученика в результате... несчастного случая. Кто ты? Ой, да ладно, ты взгляни на это воплощение ужаса, которое я вызываю своей рукой. Я же телохранитель леди Атенбера, разумеется. Уверен, она безо всякой помощи голыми руками разберется со всеми, кто хотя бы чихнет в ее присутствии. Вот пятно копоти, которое раньше было ее учеником. Уже третье за неделю. Расскажи об Атенбере. Если она не самый могущественный геомант во всей стране, я съем туфельку водной нимфы. Атенбер вытащила Тенебри из головы легким движением руки. Еще она, похоже, обладает иммунитетом к этой болезни, этой гнили, которая погубила столько невинных. You know what they say? A watched Attenborough never goes on a murderous rampage. Так. Расскажи мне о непорочных. Но я тебе так скажу, если бы я нашел пульт, который с такой охотой приносит... Что тебе известно о Тенебре? На это он уже говорил. Чек, мы потом зайдем. Сначала зайдем. А это че? Может, это инертный камень можно зарядить. Так, вот какая-то таверна. Зайдем туда. А
Академии непорочных, не забудьте нож. The lost one redeems itself in the greater good. Так, дорогие друзья, я покури. Юные послушники, сохранимся. At times it will seem that the sacrifices she demands are unfair. Inhumane. Стрим на паузе, дорогие друзья, 7 минут. But we of the immaculate faith must believe in her wisdom. We must trust that she does not name lost ones arbitrarily. No. We must remember that a lost one's energy is not its own.
Итак, продолжаем. It will seem that the sacrifices she demands are unfair, inhumane. But we welcome, curious soul. Добро пожаловать, любознательная душа. Пожалуйста, оставайся среди непорочных, изучай законы богини. Выйди из сонма, заблудших на путь истины. Пожалуйста, расскажи мне еще о непорочных. Мы служители богини и воины всеобщего блага. Мы стремимся возвыситься над заблудшими и обрести просвещение, принимая поучения, которые передает нам священная Библия. Мы живем в гармонии с Тенебрем, приняв все его проклятия и благословения. Кто такие заблудшие? Просветленный имеет право извлекать энергию и кровь из этих низших созданий. Это большая честь для заблудших. Пифия, расскажи мне про нее. Это связь между нами, смертными, и могучей богиней. Это она показала нам, как превратить звездный камень, этот на первый взгляд банальный самоцвет, драгоценный, исцеляющий кровавик. Это она научила нас создавать целебную магию с помощью крови жертв. Она уединилась в тенебревый шахт вместе с теми из просвещенных, кого сошла достойными лицезреть пришествие богов богини в Ривелон. Так все-таки, что такое Тенебри? Да, причина гнили, рок богини, шахтеры Сильвер Глена открыли страшный минерал совсем недавно, и после этого с небес спустилась Пифи к нам, готовить принять ее. Я хочу узнать больше о гниле. Самая страшная болезнь и самый драгоценный дар. Пифия пришла к шахтерам, пораженным этой болезнью, и предложила им лекарство. Она показала им, что можно исцелить даже самый безнадежный случай гнили, если пожертвовать во имя всеобщего блага одного из заблудших в их рядах. Расскажи мне о кровавике. Наша самая драгоценная реликвия. Чтобы получить кровавик, нужно прежде всего добыть осколок звездного камня. Принося жертву заблудшего, мы превращаемся в этот простой самоцвет, драгоценный камень, который способен исцелять болезни и раны. Что ты знаешь о звездном камне? До пришествия Пифи звездный камень был просто симпатичным самоцветом, который использовали для украшений. Мы, глупцы, даже не понимали, что этот камень подарила нам сама богиня. Мы украшали наши статуи, мечи и жерели камнями, которые могут превратиться в кровавики. Здесь скот не проходил. Да, нам совсем недавно доставили новых жертвенных животных. Из них перерезанных глоток была пролита кровь чьей богини. Только мерзкий кролик Тимбер отбежал с нашего священного ритуала и тем самым погубил свою душу. Так, ну а сейчас все по классике. Так, обыщем все.
Да они нищие, ебать, какие-то. Одна хуйня. О, осколки, ладно. Вот это не хуйня. О, пару зелий средних, походу. Большие. Магические трагедии, часть 7. Заклинания, которые не стоит проверять на себе. Случай, когда испытания на животных просто-таки выручают. Как распознать? Да блять, я не хотел это брать. Как распознать симулянта? Игнат Скрул. Множество способов распознать симулянтов среди больных. Настольная книга военных лекарей. Все, больше тут нихера нету. Гастуем инвиз сейчас. Сейчас гастуем. At times, it will seem that the sacrifices she demands are unfair. Inhumane. But we of the Immaculate Faith must believe in her will. We must trust her. She does not know that one's arbitrarily. No. We must remember that a lost one's energy is not so, but belongs to the more enlightened beings around. In this way, the sacrifice of the lost one sanctifies and enhances the community. The lost one redeems it. Похоже, именно здесь бедолаги, которых они зовут заблудшими, и ждут своей судьбы. Чего тебе не видишь, мы заняты? Расскажи мне о себе. Что ты хочешь узнать? Мы стражи, делаем очень охраняем запасы крови. Не будь нас, не было бы кровали. Расскажи мне об этих узниках. А чего они рассказывают? Все они как один заблудшие. У них теперь один выход — принести себя в жертву просвещенным. О чем еще мечтать таким ничтожным, кроме как слиться с душой высшего существа? Хотя я считаю, что они и этого не заслуживают. Stick there in lightning. Thanks.
Что их ебашит? Если подумать, здесь даже уютно. Блять. Надо сохраняться перед такой хуйней. But we of the immaculate thing. Welcome, we the Elshima are in. Все по новому. Это свитка Элементали, совершенно отвратительные создания. Единственное, что у них есть хорошего, это их сущность. С ее помощью можно зачаровать практически любой предмет. Уйдут с молотка нахуй. Так знаю. The seven grand abundance. Блять, нищие вы. Чешуйки тоже тема. Бля, тут лут-то от сохранения к сохранению меняется, что ли? Я заметил. Рандомно выпадает.
где-то кабинет этого хуя. Так, ужин. Лев. Большое зелье лечения. Черепа нахуй мне не нужно. Сундук. Ну, заберем потом. Сейвимся, в тюрьму сходим потом. Нам сначала к этой пизде надо. Стой, прежде чем получить разрешение войти в мою мастерскую, тебе нужно доказать, что ты лучше этого трупа. Который я когда-то называла своим учеником. Скажи, если бы тебе тоже довелось уничтожить мой драгоценный камень, какие слова бы я от тебя услышала? Трудом. Какая польза от упорного труда неуклюжего? Ты тупица, а? Ты знаешь, как я поступаю с идиотами. Блядь. Надо мне идти. Прошу тебя, хозяйка, я возмещу эту неуклюжесть упорным трудом. Требуй от меня, что хочешь. Блять. Чокол не йод, мне никак, что ли, нельзя было засейвиться? Потом пойдем всех освобождать из тюрьмы. Я вообще разъебу этот лагерь неверных. Во. Хорошо, как видишь, я очень требовательная хозяйка. Ну, входи, если хочешь. Давай побыстрее, даже если я решил на пару мириться с своим присутствием, это еще не значит, что ты можешь отнимать у меня время. А кто ты? Ка, что за вопросы? Я главная распорядительница священного камня, назначенная самой Пипи.
Да, Пифи говорит со мной, своей избранной ученице, а я доношу ее воль за местных жителей. Теперь, когда ты знаешь, кто я такая, попрошу относиться ко мне с должным уважением. Я хочу взглянуть на твои товары. Полагаю, что у меня есть несколько минут, чтобы немного обогатиться за счет непросветленной деревенщины вроде тебя. Что ты хочешь? 7000. Да пошла она нахуй. Мне нужно, кстати, знание легенд. Стопы. А вот это я куплю, пожалуй. Это расскажи о непорочных. Богиня выбирает тех, кто достоин очистительной крови. Надеюсь, тебе удалось пройти ее испытание под руководством нашего замечательного аббата Лойка. Возможно, у тебя есть еще шанс присоединиться к последователям богини. Расскажи мне о Пифи. Именно она спасла первых шахтеров от гнили. Она показала, что кровавик, усиленный жертвой заблудшего, может исцелить любую болезнь. Она первая непорочная, связь между нами и богиней. Она распространяет благую весть по всей стране. Там, где она побывала, люди, орки и гоблины объединяются под знаменем непорочных. Расскажи мне о тенебре. Опасный материал, да? Мы люди особо подвержены той болезни, которая в нем заключена. Гнили року богини. Да, это священное вещество погубило для нас. Однако искать лекарства нет нужды. Оно заключено в даре богини. Кровавики. Расскажи о своем ученике. Этому глупцу нельзя доверить резиновый мяч, не говоря уже о такой драгоценной реликвии, как кровавик. Он доказал свою бесполезность. Он воистину заблудший. Короче говоря, им можно пожертвовать. Уже уходишь, но пока ты еще здесь, скажи, тебе известно хоть одна причина, из-за которой я не должна расплющить тебя? Прежде чем ты сделаешь хоть шаг к двери. Simply by bringing your unenlightened personage before me. It's time you answer for that inconvenience. Ну, повоюем. Кто тут, блядь, души? Если так, девочка, боится много, не знаешь о своем дорогом папаше. Ha!
altar of purity. No guts, no glory! Too far to lose to such foes. Так, сейчас все заказываю. Блять, да ладно, промахи одни. Да блядь! Сначала вот эту хуйню. Блядь. Не сработало. А, похилиться еще надо было. Ну какой посох-то там? А, как раз таки огня. Бля. Ну я гений. Бля. Эти бичи ебашут слишком больно, мне кажется. Тебе повезло, что сейчас у меня нет ни секунды на то, чтобы разбираться с деревенщинами вроде тебя. Поди прочь, пока я не решил сделать из тебя мягкую конструкцию с вареными бобами. Еще пизды получишь, ёпта. If that be true, girl, I suspect you're in for a nasty surprise about dear old dad. Этого лобак в интеллект или нет, скорость не в интеллект. Ну скорость качаем. Так, здесь. Еще у меня заклинание на мастере гидрологии. Ой, ауретергии. У меня одна хрень тут. Я, блять, я даже заклинание не купил. Как так можно? How's it going?
О. Че, наложил кровотечение там? Блять, ну вот эти больно бьют слишком. Рассыпаются, блядь, мои. Так, и можно применить большое, наверное, зелье исцеления. А, следующий джан был. Блять, ну ты... Так, вот это почему? Огонь, земля. Сама эта Тенбера. Огонь. Вот это хуй почему? Блять, и два мимо. Не, на него вот этот орлиный взор надо кидать. Это вот так захуячь, да блять, по-моему, все это захуячь. I'm fading fast. Из себя, брат. Хилочку надо.
Да ёбаный в рот. Так, кстати, посох воды надо одеть. Все, кто меня пиздит, кстати, имеют шанс. Да мои, ты чё, какого хуя они два года в стане стоят, бля? Блять, да... Так, проверим заодно новый скилл. Да блять, ну вы издеваетесь, и опять на два хода. Почему она падает вечно, блять? Объясните мне, сука, кто-нибудь, наконец. Надо гвозди, блять, найти. Вот этому хую въеби от всей души увечи. Постелите, пидор, за всех наших.
Так, свитки воскрешения. Ascension time. Hey, my friends. Надо, кстати. Ascension time. Hey, my friends. Блять, я сундук сломал случайно. Так. Один. У этого ноль. Один. Один свиток воскрешения всего, блять. Надо покупать новые. I assume you address me for a reason. More pray. Похил его. Bless the seven. I am restored. Хорошо так. Thank the gods we've learned to handle this ore properly. What? You don't fancy dying a slow, toxic death? Fortune! I've already mastered this material. Блять, почему она стоит? Нихуя она не стоит, короче. Так вот, ни сарая, ничего нету, блять. Забыл еще одно место посетить. Здорово, Толстосум, готов раскошелиться. Кретин, ты что, в хлеву родился? Кто же так приветствует покупателей?
Извини, босс, извини, это не повторится. Привет, мой храбрый герой. Чем могу помочь? Если хочешь посмотреть на товары, поговори с моим учеником. Сопляку нужно практиковаться. Слышал, дубина, тебе нужно практиковаться. Привет, можешь взглянуть на наши товары, снаряжение высшего качества по самым низким ценам? Значит, ученик кузнеца, точно. А ты как думаешь? Я уже начинаю понимать, как тут все устроено. Однако моему хозяину так сложно угодить, ты же гоблин, да? Да, да, но не совсем такой раздражительный, как мои сородичи. Я принял учение богини, а вместе с ним и с цивилизацию. Что это за деревня? А это думал, что ты из наших. Ну ладно, если ж проживешь здесь подольше, то тоже начнешь приносить пользу, это точно. Смотри, в деревне Непорочность, она называется Священный Камень. Здесь любой почитатель богини, орк, гоблин или человек может искать просвещение и практиковаться в искусстве Непорочных вдали от посторонних глаз. Что тебе известно о тебе? Сколько угодно, Тенебри один из множества дорог, которые богиня щедро дает своим детям. Мастер учит меня делать из него самое грозное оружие в Ревелоне. Вы великие мягкие, мелкие мягкие человеки должны быть особо осторожны. Для вас, дары богини, скрыт особый сюрприз. Расскажу мне о своих. Не самая благородная публика, это точно, но для обращения с даром богини нужны самые высокие стандарты. И кроме того, он меня ударил всего 3 или 4 раза. Кажется, я ему нравлюсь. Одна хуйня. Не знаю, зачем она мне. А еще где ее достать, я знаю. Ладно, пока засеемся, дорогие друзья. На этом пока стрим утренний закончен. Хочется хавать. Всем спасибо, кто это смотрел. С вами был Роуз. Вы были на канале Very Hard Game Mod. Всех люблю, целую, обнимаю. Только Роуз. Только хардкор.